дипломов, да? Вы увидели? Все увидели, Марию, отлично. Выходите, значит, улыбаетесь, берете диплом и позируете. Покажите, как будете позировать. Раз, два, три. Отлично, молодцы. Да, вот так нужно позировать, улыбаться. А еще вам будут вручать подарки. Кто будет вручать, как думаете? Давайте, ваши теперь подарки. Саша дипломы будет вручать. Родители. Ну, нет, родители попозже. Кто? Мим. Мим вам будет вручать подарки. Вернитесь, за вами стоит наш приглашенный гость. Конечно, будет вручать подарки вам Мим. Ну что, мы приступаем? Итак, дипломом за актерскую работу в спектакле «Обезьянки и грабители» награждается Драгун Даниил! Вы вам, дорогие зрители, что пришли поддержать наших студентов. Ну что, наш отчетный показ завершен.
завершился, подошел к концу. Я поздравляю всех с наступающим летом. Отдыхайте, загорайте, наслаждайтесь прекрасной погодой. В сентябре всех ждем. Конечно же, у всех детей будут новые успехи, новые победы и новые спектакли. Будем по вам скучать и ждать вас в филиалах студии «Ирбис». Дорогие родители, ну что, момент, когда я должна вас позвать на сцену. Остаются на сцене, пожалуйста, не забирайте их в фойе. Дорогие родители, забирайте обязательно у своих детей, вам их приведем. Забирайте подарки, а детей отправляйте к костюмерам в гримерки. Давай, Милан, давай быстрее. Спасибо. Ну как, молодец. Давай. Не забывайте забирать у детей подарки. Спасибо. Все хорошо. И проходите в фойе костюмером. Они вас ждут. Я думаю, она прям проходите в гримерки. Ничего себе, это машина. Артисты. Просим вас пройти в ваши гримерки. Да.